через полчаса. Где твой подарок? Да где ты бежишь? Где подарки? У меня через полчаса самолет застану. Я тебя не вижу, давай. У меня через полчаса самолет, ты понимаешь? Хотя бы я бегу. Где ты? Я тебя не вижу. Ну где? Мама! Ваня, что это? Умри! Это подарок. Какой подарок? Они меня сейчас сожрут. Нет, не Дилея, это не тебя, это Денис Леонидович. Что? Ваня, ты обалдел, что ли? Ваня, это что? Это подарки. Какие подарки? Это овчатки. Ну и что? Один подарок тебе, другой подарок мне. Это тебе не черепашки какие-нибудь, которые ничего не делают. Они, знаешь, какие воспитанные, сколько всего умеют. Ваня, пианистов любят. Ну а что? Какие подарки? Это овчатки, Ваня. Чего ты от меня хочешь? Ты просила два подарка. Вот два подарка. Один тебе, другой мне. Че проблема? Я не понимаю. Хороший подарок. Не доезжай на меня. Собаки, по-моему, это прекрасный подарок. У меня вот еще цветочки. Да не тебе! Денису Леонидовичу, у него день рождения. Денис Леонидович, поздравляем вас с днем рождения и дарим вам чудесных собак. Только вот не знаем, как нам их передать вам. Денис Леонидович, я очень перед вами виноват. Мне очень-очень стыдно. Просто дело в том, что я украл ваш ботинок, ваш концертный ботинок. Я уверен, собаки точно найдут вас по запаху. Ваня, нет. Мы засунем их в красивую коробочку и отправим почтой России. С днем рождения! Блин, я забыл где, скажи. Чё проблема, я не понимаю. Чё ты был? Так, хороший подарок, не доезжай на меня. Это тебе не какую-нибудь там фигулечку. Это, блин, это тебе рыбочка какая-то. Это что такое? Что я говорю, я не понимаю. Я не могу ругаться просто. Давай. Да это не тебе! Это Денису Леонидовичу. Настя, нет! Ваня! Нет, ты сейчас говоришь. Я знаю. Ну, говори. С днем рождения!